Садится солнышко опять. Это хорошо. Пусть так будет день за днем вставать и садиться. Ну, только не очень быстро. Так, связала каркасы, но не до конца. То есть у меня там 2,5 каркаса получилось. Ну, вон оно, солнышко садится из-за елок. Красотень. Ну, я нарезал, получилось по 15. И по 9. Вот если бы еще один раз 9 резанул, было бы, мне 4 бы хватило. Но я знал, что оно так хватит. Но я чего-то не рискнул делать 1,5-метровый каркас, ну, который половинный. А сделал 1,60 м на всякий случай, ну, мало ли чего, чтобы перекрывался побольше, и можно было его связать. Поэтому вон там он, каркас, ждет. То есть завтра резану, где-нибудь найду арматуру. И вот 4 штучки довяжу. Ну, вот так вот приходилось делать его, чтобы слепить. Ну, вот резану, и будет нормально. Так что хорошее. Ох, как солнышко. Ох, да, будет хорошо сидеть и зимними, и летними вечерами. Так, так что поработал на славу. А это что такое? Так. О, что Бог подал? Бог подал водочки. Нет, селёдочки нету, конечно. Огурчик и хлебушек. Ой, хорошее окончание рабочего дня. Так что, народ, смотрим на солнышко. Вон оно какое красивое. Всем пока.